Всем привет! Приехали на Ярославские земли, переместились с Белого озера. Сегодня первый день на Ярославских землях. Традиционные чудо-поля. Уходим на дальние луга этих чудо-полей, пока трава лежит. Там сейчас посмотрим. Клещи есть, белозерский нет. Вот и как понимать? Непонятно. 500 километров разница. Там нет, здесь есть. Вот. Послезавтра должен наш четвертый боец приехать. Теоретически. Должны его на вокзале, на главном встретить в Ярославле. И пойти на одно заброшенное селение, скажем так, где мы ни разу не были. Вот. Ну а сегодня сейчас так, разминка небольшая. Полазим, посмотрим, что. Ну обычно как бы все равно набираем. Что интересненькое будет, как всегда, покажу. Цель наша, в принципе, находится вот за теми деревьями. У меня первый монитосик, совет 53-й. У тебя что, шляга? Сейчас туда дойдем. Ну как всегда, отошел 10 метров от советика. Деньга. Клещей тьма. Везде, где сухостой. На каждой ветке по несколько штук. Так что надо ходить очень осторожно. И еще немного отошел. Очередной зеленый кружок. Воды опять не взяли. Идем аж разных концов поля. Что-то Любка там нашла. Интересно, чего. Если идем с другого конца поля. Сейчас посмотрим. Димыч там копает что-то. Да ты чё? Серебреньку? 902-го. О! Хорошее ячно. Чё он такая горелая, что ли? Не знаю. Чё лежал почти сверху. Приятно. Неслась с другого конца поля. Я думал, не иначе, как червонец золотой. Если бы был золото, я бы тебя позвала. А, то есть серебро сама ходишь? Серебро сама хожу, а золото сама нафиг. Понятно. А, вот ты воду взяла? Да. Понятно. А что у вас? На сигнальчик интересненький. Вывалилась вот такая штучка с какими-то вензелями. Покажу поближе. Вообще без понятия, что это такое. Что-то на что-то приклепывалось, что ли. Интересно. Очень интересно. Ем. Да. Итак. Очередная печалька. Знаете, какой был когда-то. Далее. Опять ломаный. Короче, с полянами с теми у нас затея не удалась. Там, блин, там клещевальня вообще дикая. Там на каждой ветке там по 10 штук сидит. То есть мы оттуда быстренько. Да и на поле здесь. Да и на поле, да, вот. На травках на низеньких тоже есть. Засранцы. Повылезали. Сейчас переедем на еще одно местечко. Ну, здесь живут они, здесь звери. Там, где звери, там клещ. Зашли на место моего детства. Но это так, просто показать. Такие здесь обрывы знатные. Такие вот сосны на краю. А вон там сейчас покажу. Эти яма. Вот.
Я когда маленький был, я еще помню, там бревна даже были. Тут стоял дом. И по рассказам там жила ведьма. Он здесь один был. Вот такие вот спуски. А там правее старинные курганы первого века до нашей эры. Ну, здесь археологи, здесь как бы, ну, археологический памятник считается, он там вот, но их не видно в кустах. Сейчас туда спуститься возможности нет, тропинка вся обвалилась. Так, конечно, здесь очень красиво. А вот здесь гулянки раньше проходили. Да и сейчас проходит, кстати говоря, на праздники, на разные. Убрались хоть. Ну нет, ну убрались сейчас, срача такого нет. Иногда так навалят, что мало не покажется. А? Сейчас. Димка идет по лесу. А, не, не по лесу. Кукушки. Здесь очень красиво. Так, продолжаем смотреть места. Убегая от клещей, короче говоря, я чувствую, видео назовем. Ух ты. Да еще и камень живой. Смотри-ка. У Димки такой сигнальчик. Сейчас здесь пробиваем место. Едем в сторону так называемого двухчасового поля, только с другой стороны. Классная. Старенькая. Камушек даже сохранился, стекляшечка. Так, вон тетя Люба нас ожидает. Руки в боки. Ой, фокуса нет. Вот она. Держи. Сейчас вот туда, за кусты, за эти, поедем. Ну, здесь покосок, здесь хорошо пока. Вот что значит навигатор дома забыли. Ехали и приехали на урочище, на которое, в общем-то, были мысли попасть. Но что-то как-то... Сами того не ожидаючи. Понятно, что в кусты сейчас лезть без мазы, там клещевание все равно. А покосик здесь шикарный. Может, что и вылезет еще. Ребят, заехали еще вот на одно место, посмотрели. Короче, завтра рано утром поедем сюда. Он его боронит, сейчас он катается. И удобряет, да, азотное удобрение раскидал, но пока не сеял. То есть у нас есть буквально, я так думаю, день, может быть, два, чтобы его побить. Вот. Да вон они сидят. Вот. Сейчас. Я что тебе говорю, я под лэп стоял, у меня такие эти побежали. Ну, короче, их по много штучек. Ну да. Гниды. Нашли. Блин, фокусироваться не могу. Сидят. Но на пашне они не сидят. Все, на завтра определились, куда мы поедем. Сейчас приехали уже походить, так чисто ради спортивного интереса, за деревню. Ой. Ну, здесь медные кружочки попадаются. Тут сахара, к сожалению, фиговый. Так, потренироваться. Походили, побродили. Вообще не понятно. Да, здесь медь вообще ушат. И... А, и рамка. Двадцатку в квадрате 45-го года. Все, наверное, на сегодня. Находок мало, раскладывать не будем. В принципе, нашли на завтра все занятия. Вот. Поэтому мы не отчаиваемся и не расстраиваемся. Красиво. Жаворонки. Сейчас ветерок небольшой поднялся. Вообще замечательно. На этой нотке я со всеми прощаюсь. И всем пока!